Welcome to Auburn City, Auburn Village, Auburn Beauty. Друзья, ну, что вы думаете? Благодать. Благодать из благодати природа. Несмотря что мы живем в пустыне, в лесу, ой, не в пустыне, в пустыне просто, ни в чем, у нас тут лес рядом. Огромные горы, ну красота, ну Йосемити просто. 20 miles from our house. Blessing. Welcome to Auburn City. Что еще можем сказать? Мы спросим у иммигрантов. Скажите, что вы думаете об этом виде? Я не иммигрант. А кто вы? Беженец? Я гость. Гость? Да. Помоги. И что вы все-таки думаете? Помоги мне, кстати, я хочу сфотографировать. Ань, сзади, меня сзади, подожди, потом, потом. Баланс найди. Wow, this is Instagram photo. Как это он? Сам фотал, представляешь? А как он может фотать? И завис нас. Может, батарейку просто сел? Не знаю. Аня, фотай на свой. Стой, не падай, ты Мишину. 3%, Настя. Смотри, все. Я думаю, он уже все, слабый. Да. Так, Аня, что ты думаешь об этом? Дай what do you think? Аня, пошли. Стой. Настя, don't be afraid. Сейчас надо на свой тебе сфотать. Друзья, что я могу сказать? Не знаю даже, что сказать. Просто нет слов. Наш Лео, дети спят в тачке, а мы наслаждаемся воздухом. И вообще, сегодня такой был день занятый. Вообще, мы планировали нашего папу взять на 4x4, на джипах вывезти куда-то в лес, покемпать с всеми пацанами. Нашему папе где-то исполняется, не знаю, сколько лет, где-то 50 с чем-то или 80. Шутка. 52-го года, это надо посчитать. А он заболел, и мы все в депрессии остались дома. Все пацаны. И мы с девочками, с нашими сыновьями решили выехать на Auburn City. Так, спонтанно. Но прикольно. А еще сегодня будет выступление Нутеки в арт-клубе, поэтому мы тоже хотим успеть. Все, на этой ноте... Друзья, Настя, все-таки скажи, что ты думаешь. Что я думаю? Красота. Красота, приезжайте в гости. Так ты же сама гость. О, лошадей повезли. Посмотри. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в жизни. Я думаю, еще мы внизу. Вниз поедем, можем заснимем. Будешь потом дома просто высветлять.